Где, друзья, всем большой привет. Ну что, растишки пока стоят. Мы еще баклажанчики привезли. Друзья наши баклажаны привезли. Также я вырастила огурчики дома, тоже привезла. Но думаю, сегодня я их занесу домой. И сегодня я хочу растения, в основном это петуньи, ну и все остальные растения подкормлю сульфатом магния. Вот, набрала уже теплую водичку, свой пульверизатор, и сейчас добавлю, здесь как раз написано, я буду делать некорневую подкормку, то есть по листу, 15-20 грамм на литр воды. Вот у меня здесь литр воды, то есть примерно 5 грамм в одной ложке, соответственно, я 4 ложки где-то, или может быть 3 положу. Вот. Перчики стоят какие-то, вот видите, я не знаю, что это, подгорели, но они не могли, наверное, подгореть, может из-за холода, скорее всего, так. Вот, ну сейчас пройдусь по листу, надеюсь, что растишкам будет намного лучше. У нас солнышко то выходит, то заходит. Вот. Сейчас буду подкармливать, а Сережа тем временем газон стрижет. Сейчас покажу, потому что вон как раз солнышко вышло, потому что уже одуванчики вон и на дорожках тоже. Вот остался вот этот квадратик ему и вот там возле машин. Подстричь за забором вообще трава очень сильно выросла. Участок потихонечку у нас оживает после зимы, уже так зелено, красиво. Вот. Томатики некоторые досадили, когда бочку уберу, вот там 3 томата осталось, пока их не буду высаживать. Некоторую капусту рассадила, и сейчас я буду все подвязывать. Я покупала, вам, кстати, уже не раз показывала, стебледержатель вот такой вот попробовать. Дома я пользуюсь такими для комнатных цветов, очень хорошо держат стебли. Так, зажимы для растений садовые, здесь вот 10 сантиметров, 500 штук попробуем. И еще хомут клипса, вот такие вот штучки, они такие резиновые, я думаю, что я их уже буду для каких-то веток использовать. Ну, посмотрим. Сейчас буду пробовать и то, буду подвязывать пока только томаты, перец пока не нужно подвязывать. Значит, хочу сейчас сказать по поводу клематиса. У меня 3 клематиса всего. Вот это очень старенький, очень живучий, где только он у меня не рос, и в кашпо находился, и под деревом. В общем, в конце концов, уже несколько лет, года 3, растет вот здесь, возле теплицы. И также, по-моему, года 2 назад, или... Да, года 2 назад я Стасик и Салина еще посадила клематис. Я их, честно вам скажу, осенью никогда не обрезаю. Они у меня, по-моему, 2-й или 3-й группы, если честно, я не помню. И если даже когда-то читала, то очень быстро забываю. И что хочу сказать, вот я пока еще сейчас не трогаю и не обрезаю, потому что вот, посмотрите, прошлогодняя веточка, да, и с нее вот, пожалуйста, идут побеги, поэтому я пока не трогаю. То есть вырастет, и если надо будет, я потом обрежу все сухое.
Дальше, по поводу вот этой вот грядки. Я сюда буду в этом году сажать однолетние и некоторые многолетние цветы. Я вам уже говорила все про эту манжетку. Хочу выкопать, все никак не выкопаю и не посажу. Но для этой клумбы я вам хочу рассказать, какие я взяла цветы. От компании «Семена Алтая». В этом году мне очень понравился их канал, поэтому подсела. И вот рассказывали там о такой вот серии «Ароматы ночи». То есть вечером очень приятный запах, поэтому решила вот попробовать душистый вот такой табак. Видите, аромат 3 из 3. Это однолетник. Эти все цветы сразу можно посеять в грунт, чем они меня и привлекли. Также взяла, очень мне напоминает петунию, но видите, такие очень необычные лепестки у цветка. Вот видите, такие ребристые. Лаватера называется, вот смесь окрасок взяла. Также розовую, тоже вот другой фирмы взяла. И вот такую вот белую. Взяла несколько, потому что какие-то из них, вот, например, до 80 сантиметров вырастают. Вот эти, по-моему, до 60 сантиметров. И они еще немного вьются. Так, моя любимая незабудка, минус незабудки в том, что она потом сеется везде. Вот, например, видите, на щебенке. Вот я хожу вот так вот, вырываю и потом сажаю в землю, либо выбрасываю. Она распространяется везде. Но мне очень нравится незабудка. Вот у меня здесь была смесь, белые, голубенькие цветочки. И вот хочу вот такие вот посадить. Вообще легко сажается. Делаете бороздочку, либо просто разбрасываю я их по земле. И все, и она всходит. Прекрасное растение, но достаточно такое, знаете, по всему абсолютно участку, где бы я только ее не находила, и в клубнике, и на других клумбах, где я вообще ни разу ее не сеяла, везде, и на дорожках. Но меня это пока уже который год не бесит. Такой цветочек Годейция Монарх хочу в балконные ящики сразу посеять. Посмотрим, что с этого вырастется. И Диморфотека, блеск звезды. Еще не читала, не помню, почему я это взяла. Наверное, тоже на каком-то канале увидела. Смотрите, однолетнее кустовое растение семейства астровых. Ну, наверное, где-то здесь тоже посажу, наверное, возле какого-нибудь клематиса. Посмотрим сейчас. Сеяла два рядка здесь, два рядка с этой стороны. Посеяла вот эти вот цветочки Лаватера. Также ароматный табак, вот этот душистый табак я посеяла возле террасы. И вот семена у меня еще пачка осталась, но хочу заметить то, что здесь есть посев на рассаду можно, а можно сразу в грунт. Но я, естественно, сразу на рассаду. Ой, сразу в грунт. И вот эту вот Годецию я буду кашпо сеять. Вот у меня одно такое кашпо есть коричневое, я хочу в него посеять. Может быть, еще найду один горшочек, тоже в него тоже есть коричневый, посею. И вчера я довысадила все петуньи. Очень-очень много у меня петуний. Вот, посмотрите, сколько горшков, хотя я сейчас смотрю, не так уж и много, но ничего. Будет, я думаю, очень красиво летом. Просто замечательно. Жду не дождусь цветения всего-всего. Что я еще сегодня сделала? Я подкормила чеснок, полила его. Также вот здесь грядочку тоже полила. И обработала также дорожки не торнадо, а деймосом в этот раз. У меня торнадо не оказалось, но деймос, по-моему, так называется, тоже хорошо работает. И посмотрите, что у меня в этом году с лапчаткой случилось. Буду сейчас срезать вот эти вот сухие ветки. Посмотрите, сколько сухих веток. Неприятно, конечно, я стригла
эту лапчатку. Очень красиво получалось. Но что поделать. Вот там у меня еще одна, но там оранжевые цветочки. А здесь были желтые. Работаем, продолжаем работать. На следующих выходных, я, наверное, уже говорила, то, что у нас будет уже потепление, 20 градусов тепла, что очень приятно. Поэтому на этих выходных я решила цветочки посадить, посеять. И вот посмотрите, здесь у меня флокс, по-моему, шиловидный. Вот, сюда посадила. Вот здесь он чего-то подсох какой-то. Ну, это я думаю, что ничего страшного. Я сейчас, наверное, веточку срежу эту или оторву. А, видите, она даже отрывать не надо. Она сама по себе отходит. Видите? Ну, такое может быть. Я думаю, что ничего страшного. Видимо, суровая зима у нас была. Ну, ладно. Режем, режем. Что-то... увлеклась, и меня понесло, потому что я стала обрезать вот эту часть лапчатки, и мне не понравилось. Вся сухая, то есть получалась одна сторона, то есть полусфера, да, такая. Поэтому я решила взять веточки по 3 штучки, ну, насколько это возможно, и сплести их вот в такую вот веточки, да. Я не помню, как это называется. Очень многие из хвойных такое делают. Но я вот решила попробовать с лапчаткой. Терять уже нечего. И, может быть, она подрастет за лето. Как-то более пышной станет. Будет цвести. И, возможно, это будет очень даже неплохо выглядеть. Посмотрим, что с этого получится. Хотела попробовать. Очень многие из кустарников делают... какие-то вот такие композиции. Можно будет шарики стричь из лапчатки. Но посмотрите, сколько сухих веток. Очень много, видите? И, конечно же, половину лапчатки оставлять. Какая-то она такая несуразная, некрасивая смотрелась. Поэтому решила сделать так. Посмотрим. Вот здесь, конечно, мне не хватает еще одной веточки. Но, возможно, можно будет эти ветки как-то направить. Чтобы вот эта, например, была более посередине. Тогда будет как-то по-другому смотреться. Ну, посмотрим. Так, сейчас... А, вот несколько веточек мне пришлось срезать. Сейчас пятую найду и пойду поставлю в вазочку. Пусть такая зелень украшает дачный домик. У нас уже вечер. Мы решили 8 мая поехать домой. Потому что, думаем, 9 пробки будут. Я, кстати, успела сегодня еще подкормить пионы. У меня, по-моему, 5 пионов, но они все никак нормально не цветут. В общем, я их подкормила долгоиграющим удобрением. Вот. А укрыла все равно растишки, рассаду, я имею в виду, в теплице, потому что все равно еще такая прохладная температура ночью, но я уже с одной стороны одним слоем укрывного материала спанбонда укрыла. Вот, Сережа вот перед отъездом успел обработать участок также от муравьев и клещей, потому что в тот раз, когда он приезжал один обрабатывал, он только одну часть участка обработал, у него не хватило. Издалека как смотрится наш компостер, теперь так не выделяется на общем фоне. Вот, это что? Все, домой-домой. И самое главное, кстати, я же забыла вам показать. Вот эти все розочки, они потихонечку, конечно, ребят, просыпаются, но я их, честно, я их уберу. И посмотрите, я купила гортензию. Мы вчера с Сережей съездили в Гавриш, и я купила белый медведь, по-моему, называется, или как-то так. Ага, вот здесь же написано. Да, Polar Beer. По 800 рублей гортензия должна быть такими большими классными шапками. Это тоже мельтешная гортензия. Пока купила 3 штуки. Посажу вот здесь между той
А розы, ребят, честно, я пока не решила, куда посадить. Может быть, у вас есть какие-то идеи. Хочу в одно место посадить розы, но пока не знаю, куда. Вот, потому что есть участки на даче, где затапливает, да, по весне. Соответственно, они могут также вымерзнуть и пропасть. И также их будет выдавливать, да, из земли. Пока. Вот, все, мы домой. Увидимся с вами обязательно в новых роликах. До новых встреч и всем пока-пока.